Я с Габи на твоих пустых. Что, два топпинга? Так, Габи. И давай возьмем, что еще. Габи, подожди, зайка. Иду, а ты мог взять сразу с айскрим с куки? А, ты взял его? Пассифлора, айскрим. Габочка, иди сюда. Да. Хорошо, все, идем. Добавки. Только две можно. Один и два. Что вот это хочешь? Какие? Посмотри внимательно все, какие есть. Посмотри все, что есть, чтобы ты могла выбрать. Покажи нам, как ты кушаешь мороженое. С чем ты взял? Я тоже взял. Oreo cookie. А вот это белое что? This? Marshmallow. This is chocolate covered waffles, mini waffles. Mm-hmm. А мы с Габочкой на двоих взяли разного мороженка с орешками. И с такими искусственно сделанными фруктовыми шариками. Ты знаешь, мы завтра собираемся на Красное море, и вот так вдруг мне пришел такой, надо что-то брать с собой, так, ну, можно и там что-то купить, но мы так себе решили в дорогу. Вот я нашла такой рецепт, как говорится, все, что было. Вот здесь у меня просто получилось такое тесто, здесь у меня творог, сыр двух видов, просто сыр. Натертый на мелкой терке. Одно яйцо и мука. И я, правда, добавила свою кукурузную сюда муку. Меленькую. Вот у меня еще чуть-чуть осталось. Вот такая настоящая мука. Вот. И простую муку. И замесила такое тесто. И сейчас попробую поджарить такие как бы палочки. И я случайно где-то в интернете набрела. Вот думаю, у меня немножко с другой добавкой. Добавила сюда еще зелень. Укропчика и кинзы. В общем, посмотрим, как получится. Просто вот такое тесто. Мне понравилось, оно красивое. Теперь посмотрим, как оно получится при жарке. Вот, так что посмотрим, как будет, вкусно или невкусно. Я вам сообщу. Получились палочки. Палочки как бы такие плоскенькие. Вот сейчас мы посмотрим, как они получатся. Я вот тут буду жарить в сковородочку. Нажать их.
Как они получатся? Посмотрим, какие они получились, когда я их перевернула. Может быть, и сильно передержала. Можно чуть-чуть побледнее, вот посередине побледнее. Короче, посмотрим, какие они получились. По-моему, должны быть вкусные. Еще забыла сказать, что я сюда, естественно, добавила своего любимого чеснока. То есть все, что я люблю, вот так из остатков, мне кажется, это неплохо. Посмотрим, что получится. Посмотри, результат работы. И мне понравилось. Во-первых, быстро. Посмотри, какие они красивые. Да? И такие они приятные, такие. Так быстро жарятся. И они хрустят. Сыр, видно, вот дает голландский. Твердый у меня голландский там. И еще какой-то, я уже не помню. Главное, чтобы был в морозилке. Остался творог. Понимаешь? Чеснок я себе туда. Зелень какая есть. Я еще кукурузную муку, извиняюсь, добавлю. То есть это уже мое, чтобы они еще были более полезны, чтобы меньше муки было пшеничной. Короче, очень приятные, очень хрумкие. Попробуйте. Ничего, такое все на глаз. Одно яйцо. Не забыть, одно яйцо, примерно, может быть, 150-200 творога и столько же сыра. Вот, и муки, сколько, насколько все это мягкое, жидкое. И все на глаз. И замешивать тесто, замесить, чтобы ручками, а потом формировать. Хотите как сырники, хотите как что. Я себе вот такие мне как бы, чтобы они были как бы палочки. Все, ребята, приятного аппетита, Тося.